Приветствую всех на своем канале. На обзоре у нас еще одна монета Объединенной Республики Танзания, 50 центов 1989 года. Танзания была образована 26 апреля 1964 года в результате объединения Занзибара и Танганьики. Итак, данная монета регулярного выпуска, такой тип, 50 центов, чеканится с 1988 по 1990 годы. Монета сделана из стали, покрытая никелем. Ее диаметр 20,7 мм, толщина 1,8 мм, трубчатый вес 4 грамма. Перед нами реверс. Художник и аверса, и реверса Кристофер Айронсайд. На реверсе изображено такое интересное дружелюбное животное. То ли кролик, то ли заяц. Одни говорят, что это кролик, другие заяц. Давайте разберемся, кто же здесь изображен. Начнем с того, что на африканском континенте обитают некоторые виды как кроликов, так и зайцев. Например, южноафриканский кролик. Среда его обитания – Южная Африка, так что не подходит. А вот африканский заяц обитает в Центральной Африке и Восточнее. То есть он есть также и в Танзании. Так что, вероятнее всего, здесь изображен африканский заяц, который относится к семейству зайцевых, виду африканский заяц. Но кто бы это ни был, кролик или заяц, оба этих животных занесены в Красную книгу. И образ жизни у кролика и зайца похожий, и в основном ночной, а днем по большей степени отдыхают. По окружности монеты написано на суахили прописью номинал и название денежной единицы сенти, а внизу монеты цифрой обозначен номинал 50. Посмотрим на аверс. Перед нами аверс монеты, ориентация медальная, отношение аверса к реверсу 0 градусов. На аверсе изображен занзибарский и танзанийский политик шейх Ахмад Абейд Амани Каруме. Его годы жизни 4 августа 1905, 7 апреля 1972. В 16 лет он пошел моряком, а в 1943 ушел с флота и стал заниматься политической жизнью. С 12 января 1964 по 26 апреля того же года он был единственным президентом Народной Республики Занзибара и Пембы. А 26 апреля, как мы уже знаем, была образована Танзания, и он стал первым президентом Занзибара и был им до 7 апреля 1972. С 29 октября 1964 по 7 апреля 1972 он был первым вице-президентом Танзании. С двух сторон монеты изображены соцветия. Точно не знаю, каких цветов. Пишите в комментариях, кто знает, будет интересно. Но они похожи на соцветия на монете 20 центов в предыдущем обзоре. Вверху монеты написано на суахили Танзания, а внизу монеты год чеканки 1989. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!